Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы посмотрим с вами новую игру, которая называется Warhammer 40 000 Shooters Blood and Thief. Это у нас новый жанр у игры Warhammer. Раньше были другие жанры, теперь это Run and Gun. Давайте сразу начнем. Легко, обычно, сложно. Ибо воистину так повелевает Горг или Морг. Это простой режим для гречников и юдишек. Ну, это у нас орки, короче, так разговаривается. Легкий режим, конечно. Вы меня спрашивали, почему я все время выбираю легкий режим, потому что я больше на геймплей смотрю и на сюжет. И сложность абсолютно мне не нужна. Так, выбираем класс, смотрите, какого-то так зловещее солнце, плохая луна. Я даже не знаю, какого. Давайте... Блин, ну да, я даже не знаю, какого выбрать-то. Какого покруче? Давайте, блин. Вот. Давайте вот такого синего выберем. Так, шляпы. У нас только одна шляпа есть, и мы другую выбрать не можем. Окей, так. И мы еще... Ох ты, нифига себе. Штурмовик, понторез, чудило, зверопыряло. Ну, блин, штурмовик, наверное, самое простое. И оружие мы тут прокачать пока не можем. Окей. Так, ну чё, начинаем. У нас штормовик. И погнали. Сейчас будет заруба веселая, видимо, у нас. Самый лучший зеленый из лючей. Во всей галактике. Точно говорю. И ведет его самый понтовый понторез из всех. Огрук Гурук. Текка. Он наш босс, он круче всех. Жестче всех, блин. Так что мы пришли крушить юдишек, пока они не сбежали. Уа-ха-ха. Блин, они так сейчас с ошибками говорят, смешно. Юдишки это место зовут Лютеус. Дебильное имя. Дебильные юдишки. Юдишки туда давно горючку из земли ковыряют. Качают ее оттуда, а потом заливают свои повозки, чтобы они врум делали. А нам горючка самим нужна, чтобы наши повозки врум делали. Импи или румпи нормально дерется. Ну вах! Гуртеки посильнее будут, так что мы пограбим людишек, потому что мы самый большой из лючей, вах! Вах-ха-ха, блин, это тяжело читать. Ну, забавно. Так, у нас тут какой-то сюжетный мультик. О, жрите мелкие юдишки. О. Ни хрена себе. Что это происходит? Ты что делаешь? Что так, дружище, Горгас, веселишься? Еще как босс. Вах. Волосяной сквик у тебя понтовый, а? Горгас. Как раз для моей башки хорош. Чего? Не смей. Ты что? Ты что делаешь? Тут я босс, так что все понты шутки мне, а не тебе. Это будет мое. Вот гаденыш, короче, босс нас кинул. Ах ты, ворюга! Вах, короче, мы еще вернемся, отомстим тебе за... скальп, который ты снял, косичка у меня модная была. Так, ну и чё, мы можем долбить? Патроны-то бесконечны. У меня не бесконечные патроны? Так, а как прыгать-то? Так, ой, ай, граната. Короче, окей. Так. Я бы сказал, что управление тут... Тут еще к нему нужно привыкнуть. Прыжок тут, короче, сделан абсолютно не на те кнопки, которые я хочу. Блин, неудобно. Неудобно управление сделано. Не как стандартные. Еще... Да что ты будешь делать? Так, что это за жаба такая? О, я ее съел? Это еда, типа еды. Окей,
ладненько будем продвигаться. Надо, конечно, настройки под себя в следующий раз сделать, потому что, ну, прыжок на верхние триггеры — это вообще что-то не то. Так, ну что? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ой-ой-ой. Так. Чё за нахрен? Ай, рывок не получается сделать. Так, жабку я съел. Вот тут только из-за одной этой фигни с управлением уже теряешь больше жизней. Так, они еще между собой дерутся. Так, а сюда вовнутрь зайти я не могу. Окей. Так, ты чё? Так, какую-то пушку я взял. О, вот автомат ништячок. Так, ну чё? Серьезно? Так, мне даже достижение уже первое дали. Все, тут вроде всех замочил. Да они даже ничего сделать мне не могут. Так, окей. Потихонечку. Ой, ты, блин, нифига, они тут уже начинают по мне стрелять. И ножом меня пыряют. Еще второе достижение получил. Опа. Тут проход есть, а тут проход... А, и тут мы вниз еще можем, да? Или не можем? Можем. Вот так вот. Эй. Ух ты, нифига себе. Короче, ярость включили какую-то. Но рано. Рано я ее включил, но зато мы теперь знаем, что тут такое возможно делать. Короче, вау, мы можем запустить, оно тут так называется. Эй, а чё я? Дальше-то не могу. Вот сюда только. Да, чуваки, не надо ко мне идти. Не надо. А, еще бежите, да? Зачем вы сюда бежите? Я же злой. Огромный орк, который вообще прям, ну, недоволен всем. И вы еще пытаетесь на меня бежать. Так, дверь открывайся. Патрончики. Но патрончики мне некуда запихивать. Ну и вы что, все... Эй! Офигели. Ну-ка, бочечку шарахнули. Ай, ай, блин, тут их много. Тут их много наступать начинает. А сколько вас тут будет-то? Я, конечно, все понимаю. Вот так вот просто все. Вроде успокоились. Так, а жизни мне не нужны. Хорошо, двигаемся дальше. Тик. Издалека по ним нормально мочить. Дохнут быстро. Молодцы. Даже попасть по мне не могут. Но это только из-за того, что тут легкий уровень сложности. Так бы они мне дали просраться. С таким управлением. Блин, почему, не знаю, почему не сделать классическое управление. Но, скорее всего, это из-за того, что как бы разработчики-то в этом жанре никогда и не работали. Скорее всего, вот из-за этого они и не знали, какое классическое управление. Но вообще странно. В другие игры-то они должны были играть. Не, так все круто. Весело, с юмором. Все хорошо стреляется, но вот единственное только с управлением подкачали. Так, опа. Так, чувак, так, нагрузка. Так, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, можем прокачать. Шестизарядник, так, что посильнее-то у нас, 200, да, у нас 225. О, 225, вот эту штуку подтвердить. А, так, а что еще? Ты что-то еще говорил, во. Мы можем... А как нам оружие менять? Ай, блин. Да подожди. Оружие-то я менять не могу, типа. Во, могу. Отлично, все. Можем двигаться дальше.
И типа первый уровень мы прошли, да? Нет, это еще не первый. Ох ты! Да ладно, я дробаш какой-то даже взял. Нифига, нормально. Не, вот с автоматом как-то лучше. Как-то лучше, как-то проще. Дробаш очень жестко что-то. Долго очень перезаряжается. Мне вот эта вот перезарядка совсем не нравится. Да, сдохните. Да, блин, самое интересное, я же воюю, блин, с гоблинами, такими же, как я. Какого хрена они на меня нападают? То есть, на меня их натравил мой бывший босс, что ли? Или что? Или это просто какой-то другой клан? Блин, чуваки, давайте уже, завязывайте. У вас очень много тут стало. Прям реально много. Все. Так, жабку эту красненькую съедаем. Так, может патрон... О, патрончики получилось взять даже. Так, и куда-то туда попытался войти, но не вышло. Так, вот еще одна жабка. Мы ее съесть уже не можем, потому что у нас жизни до хрена. Блин, а эти чуваки начали дохнуть как-то это. Уже посложнее. То есть мне надо тут уже поднапрячься, чтобы самому не сдохнуть. Вот так. Да тить твою налево-то. Этот хрен еще кидается какой-то фигней там. Все? Нет? Блин, как только дальше двигаюсь, сразу начинают новые упыри бежать на меня. Так. Мегамагаз. А нахрен мне мегамагаз? Нагрузка. Так, ну дробовик у меня еще, я понял, есть. Но мне что-то он вот абсолютно не зашел. Так, как мне потушить этот огонь? Так. Да блин, я не могу перепрыгнуть. Нифига у меня жизни, блин, там. Сразу прям очень много попортилось. Я не могу, короче, потушить никак и проскочить не могу. Мне типа вентиль надо как-то поверху пропрыгать. Ладно, давайте попробуем как-то наверх. Ага, все, я нашел путь. Ой, чувачок подорвался. Так, оружку тут взяли. Теперь вот сюда крутим и открываем. Вентиль, все, газ у нас больше не горит. Блин, единственное, жизни все-таки мы много потратили. Обидно, но ничего. Сейчас, о, жабку сразу сожрали, и отлично. Вот еще одна жабка тут бегает. О, отлично, вот теперь у нас жизни до хрена, и мы можем вот тут рычажок дернуть, что-то открылось. Где-то что-то открылось, и на нас опять... Гаденыши столько побежало. Откуда у вас столько берется-то? О, блин, прут. Ну, посмотрите на них. Пистолет, кстати, тоже нормально долбит. Ну-ка, опа. Че, запрыгнуть не можете? Ну, дробаш, кстати, неплохо справляется. Если вовремя его перезаряжать... О, чувака вообще в двери зажало. Да сколько вас там будет-то? Засранцев. Так, патрошки взял. Давайте на автомат переключимся. Во. И, так, жаба. А, жаба нам не нужна даже. Так, и что, опять наверх? Блин, смотрите, сколько птичек бегает просто тупо. Так, а как мне дальше-то? Да сдохни ты. Сдохни, говнюк. Серьезно? Так. Подождите, а как мне спрыгнуть? Я хочу, например, вот этот мотор. Блин, а его нельзя никак сбить. Жалко. Было бы забавно. Иди уже отсюда, смертник. Не, мотор я никак не могу, получается. Они меня прям в мусор зажали. Нифига себе, говнюки.
Эй, да подождите вы, откуда у вас столько? Вообще тут не понимаешь даже, куда, в какую сторону двигаться. Ой, мясисто, тут уровни проходят, я могу вам сказать. Да что ж такое-то, прям зажали, а? Так, и чего мы только... Опа. Нет, все-таки куда-то мы продвигаемся с вами. Только я не пойму, тут можно несколькими способами, походу, проходить уровни. И это, с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, тут можно запутаться. Карты-то тут никакой нету. О, там еще целая толпень бежит. О, блин, еще здоровые сюда прибежали. Так, окей. Так, допустим, я сюда запрыгнул. Ага, во, есть. Так, наверное, надо вот с этими товарищами тоже разобраться. Так, а вот тут наверху что такое? Да сдохни ты. Еще куда-то выше мы можем, да? Я просто не знаю, считаются все эти упыри, которых мы убиваем, или нет смысла, может, их убивать всех. Надо просто, может быть, двигаться вперед и не обращать внимания на них. Так, опять что, вниз? Так, тут мы пройти не можем, значит, нам надо вот сюда. А, так, подождите, 225. Нет, пока... Ой, блин, тут какая-то жесть творится. Ой-ой-ой, тут целый, блин, прям концерт. И причем мы не всех можем мочить тут. Да стреляй ты уже. Ну. Мне, короче, надо тут, видимо, убить всех. Да, у меня сверху полоска, вон написано «убить всех». Так, ну, я не могу просто так тут бегать долго без аптечек. Мне надо аптечки тоже собирать. Все нормально. Слушайте, дохнут они очень быстро. И осталось прям чуть-чуть их завалить. Прям вообще. Да вот гаденыш снизу. Вот сюда запрыгнул. И давай, все. И появился босс у нас. Блин, он прям за мной несется. Блин, еще эти упыри. Мало того, что он за мной бегает. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, охренеть. Да ты сдурел, чувак. Да, этот босс прям отчаянно хочет меня завалить. И стреляет по мне так нормально. Слушайте, а у него жизнь-то до хренища. Так, может, дробовичком его хреначить? Но я бы не сказал, что дробовичок хорошо помогает. Хотя, если попадаем, даже, в принципе, не особо... Ага. Размечтался. Все, ему осталось пару выстрелов. Чувак, все, я его замочил. Ну, в принципе, несложный босс был. Есть, да. Я что, свой скальпель вернул? Толпа гордо кричит: «Слухайте сюда, я вашу воедину честно победил. А теперь вы мои парни. Есть там один прощелыга, и он кое-чего у меня стыбзил. Хотите за рубль помочь мне вернуть это?» Толпа радостно орет. Надо только с этой загнутой хрени и сломать на... Блин, нам туды. Туды юдишки улетели. Что скажете, парни? Зарубимся с юдишками в норы. Айда туды дыщить. Блин, ну они на таком языке разговаривают, хрен прочтешь. Все тут в капсулы. Иди сюда, слабак. Вах.
Реально, они на таком языке болтают, который читать просто невозможно. Уах, блин, если бы это еще озвучка была русская, было бы намного круче. Ха-ха. Вот такой-то, ребята. Отчиняй ворота. Все, мы, короче... Дака-дака-дака. Короче, мы на юдишек, походу, побежим. А хрен его знает, а может и не на юдишек. Ну, блин, забавная игра, прикольная. И чё, мы только первый уровень прошли, а у меня на самом деле пальцы устали, потому что, ну, вроде не все так сложно, но очень много действий. И на этом мы сегодня закончим. В следующий раз мы уже, наверное, попробуем вторую миссию пройти, как раз вот эту, которая у нас сейчас открылась. Могу сказать, что игра очень прикольно сделана, я не ожидал, что мне понравится Warhammer. Но вообще-то вот такой жанр ран-н-ганов я очень люблю, и правда они попадаются очень редко мне, но ничего не поделаешь. Будем... Так, что мы тут можем купить? Трехстволка. Давайте. О, мы еще дробаши можем купить. 325. Вот такая фигня. Так, двустволка. Запстик. О, еще всякие украшалки. Эй, я не купил. Я не купил. Пошли в баню. Давайте. Блин, не, надо что-то побыстрее. Наверное, вот эту. Купим, да... Ой! А, она вот так вот разгоняется. Ох ты, нифига, мы даже бежать тяжело можем. Вот, вот это будет заруба в следующий раз. Обязательно проверим. На этом все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Это помогает каналу развиваться. Видео будет больше просмотрено. Обязательно пишите, как вам эта игра, понравилась или нет. Будем мы ее проходить или нет. Но мне кажется, однозначно хотя бы еще... немножечко мы поиграем, до какого я смогу уровня пройти, до такого смогу, а там видно будет, может быть, и пройду все-таки всю игру. Все, ребят, до скорых встреч, увидимся, пока.